Как делишки, ребятишки, с вами Пиксели, мы продолжаем играть в Outlast 2 или же Пережить 2. В прошлой серии мы выбрались из гроба как грёбаный Крис Энджел, и нас не поймали, и все было очень довольно-таки круто. В этой серии мы не знаем, что будет, поэтому давайте скорее узнаем. Поехали! Оба-на. Я в какой-то пещере. Это похоже на роды. Ух ты ж, ёханый бабай. Ку-ку, ёпта. Оба-на, скатываемся. Отлично. Вот тут озеро. Переберись на другую сторону, баклан. Хорошо, хорошо. Как скажешь, чудачок ты мой маленький. Так, следно. Лес обратно. Это просто невероятно. О, боже мой, это... Okay. Хорошо, и она тут что-то не так с озером, явно что-то не так. А чё с озером не так? Там, походу, кто-то утонул. Ну просто жопа. О боже, какая луна лунная. Так, двери, может... А, хер там плавал, понятно. Не откроет он нам дверь. Что же делать нам теперь? Ну и тут тоже, ну да, ну все. Рыбка. Ох ты ж, ёбаный бабай, тут открыто. Ну, может тут будет батарейка. Мне нужна по-любому еще одна батарейка. Да ну нахрен, вы что, просто сделали одну комнату, то есть дом. Нарисовали его зря и не поставили там батарейку. Да вы что, совсем охренели, все, ну... 0 из 10, это худшая игра. Не поставить батарейку в доме, ну это просто взрыв мозга. Ну, стрёмник присутствует, это... Это да. Ух ты, тут даже можно под домик спрятаться. Ах ты ж, ёпта. Ого. Ого, он за телефончик. Ставим на паузу и читаем. Но батареек тут нет. Ну батарейка тут хотя бы будет. Что за чёрт? Это снимается. What the fuck? What the fuck are you doing, bitch? Tower. Башня. Радиовышка или радиорелейная линия. Господи. На секунду я подумал, что могу не умереть. Радиорелейная вышка. Не, ну если что, ребятки, то простите, если я что-то не так прочитал, просто мне тут еще из окна светит лицо свет, и из лампочки, и экран немножко подсвечивает, так что что-то вычитать бывает затруднительно. И не надо мне там писать, что я бомжара, который читать не знает, я знаю читать. Плот. Вот это поворот. Там что-то написано, мне кажется, ну там что-то... Что-то написано. Ну ладно, давай, за Вьетнам, мать твою. Стелсим, мы должны выжить. Блейк, ты же мощный. Ты ж даже смог два раза тетерить Марти. Это тебе не Майл Запшер, который... Ну, там, выжил Соги Страгера. Ой, твою мать. Ну, больно, он приземляется, конечно. Печа горела. Где она там горела? На столпе, блин. И кто-то кричит. Ну, тут постоянно кто-то кричит. Вы задолбали. Вы хотите... Вы думаете, что если мне будет наушники кто-то кричать, то буду я кричать? Нет, чуваки, такого не будет. Давайте пугайте меня атмосферой. Я скримеров не боюсь, мать вашу. Там записка. Ой, боже, это долг моей жизни, добраться до этой записки. Через боль, кровь и преграды мы доберемся до этого записончика. Да, о, я уже почти у цели. И вот, ставьте на паузу и читайте записончик, видите, я для вас хоть что сделаю. Каким бы опасным дело это не было. Хорошо, хорошо, ладно, тут кто-то жил, судя по всему. Клетка. Это что, Far Cry 3? Ну, судя по всему, Джейсон уже выбрался, и пинтик он не забрал. Плот? На нем я мог бы переплыть. Логично. Ладно, плот. Использовать твою мать. А, есть, оттолкнулся. Молодец. Используйте В, чтобы грести, используйте А и Д, чтобы управлять плотом. Ну, понятно, у нас тут еще и НФС. Ладно. Гребем. Успешка! Обратно! Обратно моя яркость отображается через
зеркальную призму рыбы. Рыбы? Это знаки апокалипсис. Надеюсь, я просто схожу с ума. Ну, надейся. Ну, нормально. Я как бы, ну, тону немножко. Ладно, давай догребаем до плота, догребаем до плота, до плота, ай, скотина. Шо, я обратно? Кто меня тянет? Ну, давай пиндюлей ему припишу. Это ж просто кобздец, какого хрена вы? Ну, как бы... Ну, да, да. Нажмите несколько раз. Давай, 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 давай. Есть, господи, что мой боже. Какое страдание. Блин, я уже потеряла ориентир, он хотя бы видит, куда он плывет. Ну, надеемся, надеемся на удачу, надеемся, что с Божьей помощью дойдем до конца данной игры. Боже, как это говно управляется, как, блин, машины в Need for Speed The Run, как поезд нахрен. Оба-на, волны, бляха, море волнуется, раз, море волнуется, два, море волнуется, три, быстрее, давайте, плыви. А, иначе умри. Как бы такое, да, ну плывем, ну хотя бы круто разбавили чем-то проходняк, да. В первом Outlast'е вода была только в бассейне, и то и с привкусом железной монетки во рту. Так Малзапшер говорил, ёпта. Ага, ах, жалкое подобие лодки, давай. Давай, то что ты будешь бить камень, это тебе не поможет, отталкивайся, дебил. Камон, камон. Просто сделай это. О, черт. Да ну-то я нажимаю, ну как так-то? А как это волны в другую сторону так повернулись? Короче, ни хрена не понял. Сириус, ни хрена. Это они. Они забрали Лин. I'm close. Я близко. Я почти цели, Лин. Я не успел прочитать, так что буду от себя. Культисты хотят ее смерти, а те добрые христиане, потому что Бог сказал, что она должна умереть. Но есть другие еретики, хотят, чтобы она родила ребенка. Чтобы досадить... Что они сделают, когда узнают, что ребенка нет? Я должен... Господи, Лин, я иду. Боже. А, они трупы скидывают. Нахрена, я же в этой реке купался. Как бы так спокойно, знаете, плывет все. Ну, раз снимается, значит снимаем. Трупов было так много, что по их спинам можно было бы пойти куда-то. Почти забавно, вот как ходят по воде. Смешно. Обана, там кто-то идет с фонарями. Или с чем-то еще. Наверное, олимпийские огни несут. Какой-то плот ненадежный. Я бы лучше реально просто поплыл. Ох ты ж, ёпта. Там шо, мост? Ёпта, бля! Ну, доплылся я ж тебе. Ну ты, ну. Ну, нормально. Собственно. Shit, the raft. Чёртов плот. Пожалуйста, не умирай или не утекай, или чё-то на уе. Хорошо. Я все еще жив. Плод не мог уплыть далеко. У меня получится. Собственно, да. Собственно, должно получиться. Главное в себя верить. Если мы будем в себя верить, то получится все. А если мы в себя не поверим, то ничего не получится. Там плод. Мне бы только перебраться, то прыгай, ну. Давай, сальто. Если уже прыгать, то прыгать сальто. Черт подери, нет. Это рыбы и люди. О, да, ну круто. Знаете, так апокрифично. Убитые как предупреждение или как приветствие? Ну, добро пожаловать. Возможно, нас, блин, тоже так. Я, ладно. Ух ты. Кишочки. Кишочки, ну, нормально, нормально, нормально. Лады. Надо как-то, ну, спрыгнуть, собственно, да. Джамп.
Ой, ну что ты... Ну, блин, ну как-то надо группироваться, чтобы больно не было. Ну, просто как... Как палка вперед и б. Нормально, ну ты шо, ну ты ж паркурист, а ёпта. Что-то пищит. Ну как тебе, собственно, не надо мне тут пищать. Да, ставим на паузу и читаем. Ладно, как-то надо переплавать и забрать плод. Блин, тут течение очень. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, течение какое. Ой, ёпта, ёпта, ёпта плод, ёпта плод, ну ёпта плод, плод ведь. Вау. Хорошо, я все еще жив. Ну да, ну, ладно, я могу быть далеко, у меня получится. Ну что за охренительные чекпоинты? Ты меня еще на самое начало на вертолет, блин, перекинул. Рыбка. Ну хотя бы хавать есть что. Там была кукуруза, тут есть рыбка. Человеченку можно, но если уже слишком, как бы, черт подери, нет. Motherfucking no. Motherfucking no. Красиво, красиво, что могу сказать. Мухашки, конечно, огромные, но... Ну, собственно, толкать. Это так можно было? Блин, часы разбиты. А вот часы жалко, ну, Rolex, то все, ну, как-то... Low set us free. Шо-шо? Любовь, что-то там бесплатно. Или свободно. Ну, или я что-то не так понял. И скорее всего, да. Ладно, надо забрать, собственно, мой плод и плыть дальше, чтобы найти жену. Вот будет история интересная на жизнь. Ладно, поплыли, собственно. Боже, как это говно еще не развалилось? Это ж просто жесть. Ой, ой, бляха. Ой, ёпта, он рассыпался. Да ладно. Охренеть. Ну, как бы доплылись, блин. Это шахты. Насколько я понял, Лин, что они с ней делают? Шпили Уилли. Они думают, что она чья-то мать. Они называют меня отцом. Но ведь я не... У нас несколько месяцев не было. Это невозможно. Несколько месяцев. Ну, блин, как раз, в принципе. Ну, хотя что-то не состыковочка вообще. Как она могла за столь краткий срок стать беременной? Это ж просто... Уму непостижимо. А! Оп-то! Опа-гопа-гопа! Ой, чуваки, нет! Да шо, 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 стоперики! Не-не-не-не-не! Боже, это вообще за мной люди сейчас бегают, или тигры какие-то! Язык! Ах ты, ну ладно, ну! Опа, привет, учитель! Это физрук, по-моему! Это чё я где-то? Это я в бассейне шкальном? Серьезно, ребята? Знаете, такое напряжение, такой еще биток. Тиндеры. Ну ладно, будем сваливать. Оп, вылазю. Вылез. Ладышки, реально бассейн шкальной. Не, ну переход, конечно, крутой, мне понравился. Они тут замутились переходиками, круто. Всегда вот любил вот так ходить по школе, когда никого не было. И не надо меня спрашивать, как я проникал в школу, когда никого не было. Ладно. Какого ж тут творится хрена? Ладно, это что, это туалет женский, по-моему. Хе-хе. Вау, кровь. Кровь? Или это, ну, кровь в женском туалете? Как-то, знаете, не камильфо на это все смотреть. I don't wanna close my eyes. Помехи, ну да, ну... Ой, господи, ж ты мой. Открываем кабинку. Оба-на! Нихрена себе! А тут-то... Нихрена! Я ж тут сейчас в гранатовом соке захлебнусь. Вы что, меня утопить решили или как? Если это вообще гранатовый сок. Ну хотя нет, ну я понял, что это кровь. Кровь прям как желатин. Можно прятаться. А только от кого?
Да, ни хрена себе, в женском туалете столько крови. Кто-то забыл прокладки с собой взять. Ладно, я не хочу на это смотреть. Хватит на это смотреть. Все, иди же отсюда. Боже ж ты мой, сколько кровяки тут. Я понимаю, хорроры то все, но это как бы... Ай, твою мать, господи, ну ты че так выбегаешь резко, скотина тупая. Он идет. Ох, твою мать, уродина мелкая. О, боже ж ты мой. Я тебя сейчас засуну в этот душ, и будешь тоже так вытекать, твою мать. Боже, это реально было неожиданно. Главное, я так уже на расслабоне вылезаю, ну и как бы... И тут выбегает уродина такая мелкая. Какой-то я... шкальной жопе. Идет сохранение. Ну да ты что, да ты что, да ладно. Вены по школе, и мы убегаем. Ладно, а куда... Ой, ну да, ну. А чё, откроется? Ай, твою, ну! Что за чёрт? Откройте меня, ублюдок! Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда! Решил ко мне лезть, ты засранец! Ну иди сюда, я тебя сам трахну, ублюдок! Вау, компьютерные столы! Ах, ностальгия, мать вашу! Давай, запускаем КС-ку. Хотя на этих компах больше ни хрена и не потянет, кроме как КС 1.6. И то вряд ли. Ну, на минималках, я думаю, будет в 15 FPS идти виселица обратно. Я до сих пор не могу понять, при чем здесь виселица к школе. Фак! Черт, помоги мне, Блейк, Блейк! Какого хрена? Это что, гранатовый сок? Нет, ну вообще-то оттуда должна сухая вода вытекать, поскольку я знаю. Отстаньте от меня! Это она к кому обращается, чтобы я к тебе и не приставал, Джессика? Не, ну кровь начала хлынуть. Оставьте меня в покое, не трогайте меня, пожалуйста. Пожалуйста, не будем. Ну как бы, ладно. Ну это просто капец. Ну что ж, ребятки, спасибо за просмотр на сегодня. Хватит, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Наберем 10 лайков, выйдет следующая серия. Но это не точно. С вами был Пиксель, мы играли в Outlast. Всем удачи, всем пока и удачно поплавать. 4, 2, 1,